Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня я начинаю прохождение игры Европа Универсалис за Японию, за Сигунат. Я посмотрел некоторые стримы, и многие играют, значит, за даймы и военным путем объединяют Японию. Я не хочу таким путем идти, я хочу объединить Японию дипломатическим путем, потому что мне это кажется наиболее сложноватый путь. А так как я люблю трудности создавать себе, поэтому я пойду этим путем. Итак, мы выбрали Сигунат. Каковы мои планы? Во-первых, я буду идти через торговлю и через колониальные автономии. Вот. Во-вторых, хочу сразу сказать, кто начал смотреть. Я не смогу вам показать тут полный профессионализм, потому что я только начинаю играть в эту игру. И да, я, естественно, начитался очень много в Википедии, очень много на форуме на Стратегиуме. Затем я посмотрел зарубежные, как играют стримеры. Вот, они очень подробно объясняли. И есть у меня кое-какие еще вопросы. Я надеюсь, что вы мне будете подсказывать, и я очень благодарен буду вам за это. Итак, первым делом, что необходимо будет сделать, это захватить вот эту вот торговую территорию и сделать, ну, и повысить здесь торговое влияние, то есть оставить наше и Китая. Затем захватить вот эту вот всю территорию торговую и дальше уже пойти вниз. Колонизировать Тайвань, колонизировать Филиппины. К тому времени, я думаю, уже Бруней съест Кутай. И мы с вами захватим вот этот вот островок. Здесь мы также колонизируем и захватим все вот эти вот мелкие территории. Также колонизируем полностью Австралию. И в Северной Америке я хочу первым делом, значит, Калифорнию начать колонизировать. И захватить ацтеков в Мексике, потому что там в Мексике очень много золота. Им также очень много, по-моему, сахара, насколько я помню. Есть. Ну, я смотрел вот. Где тут? Ага, ага. Здесь вот сейчас поменяем, давайте-ка. Так, так, так. Давайте-ка поменяем карту. Так, где она? Вот, товары. Вот. Я посмотрел по карте, конечно, первоначально, что где есть. Ну, вот. Также у нас там будет с Мексики выход в Колумбию. В Колумбии у нас очень много кофе и очень много какао. Вот. Нам надо будет это все захватить и увеличить торговое влияние, чтобы получить бонус торговый. Вот. Также в Южной Америке начнем с Перу, потому что там очень много золота. И очень много золота у нас на юго-востоке Африки. Вот. И слоновой кости там очень много. Вот, слоновая кость нам дает дипломатическую репутацию плюс 2. Ну, заодно там, может быть, и Мадагаскар захватим, там рабов много. Ну, это посмотрим. Итак, что делаем дальше? А дальше мы сначала, естественно, выбираем себе соперника. Китай у нас единственный соперник. Дальше отправляем пока торговые точки наших торговцев. Уменьшаем, естественно, пока мы не воюем, уменьшаем содержание армии и берем себе советников. Советника я беру себе доход с налогов, нам вот повезло, что он здесь есть. Хотя, я не скрою, можно это наобузить, просто в самом начале берете, загружаете, сохраняетесь, там, ну, начинаете каждый раз заново, до тех пор, пока у вас не будет доход от налогов. Вот. Здесь я беру упор на военный, на военку, потому что мы с вами будем идти военным путем, во-первых. А во-вторых, хочу сказать, что если вы опережаете все даймы по технологическим очкам, ну, точнее, по воентеху, по дипломатическим технологиям, то они уменьшают желание свободы. Поэтому нам надо как можно быстрее прокачать
дипломатию и прокачать военку. Здесь я оставлю... Я, наверное, возьму улучшение отношения, чтобы побыстрее улучшалось отношение. Дайма. Ну и на этом, я думаю, все. Потому что у нас... Видите, денежек не так уж много осталось. А, стоп. Здесь я распускаю с вами пока вот эти вот корабли наши ненужные. Потому что мы сейчас никуда не будем пересылать свои войска. А здесь, видите, у нас прибавилось моряков, количество моряков. Здесь я набираю барков. Так, сколько у нас, по-моему... 12 можно, да, набрать? Так, а почему не показывает? Вот новый патч, блин, он, я не знаю, еще что-то... Какой-то стал странным. Блин. Пока отправляем, значит, за счет торговли. Потому что, если мы хотим пиратить, нам надо минимум где-то 16 барков. Потому что я пробовал с меньшими барками. Там, во-первых... Ты их отправляешь, они останавливаются. То есть они якобы говорят, что у нас не хватает мощи пушек, чтобы вести каперство. Итак, дальше. Что дальше? У нас здесь в казне... так как нам нужно много престижа, я, наверное, возьму первым делом вот это вот задание. Поднятие 60 монет в казне, чтобы было дукатов, 60 дукатов. Дальше. Я возьму халявные очки. Военные и административные. Для этого созову совет и потребую помощи. Здесь также я поддержку духовенства возьму и потребую поддержку. Все. Здесь я не буду брать, потому что смысла я не вижу. Мы все равно не сможем с вами взять поддержку, потому что здесь всего лишь влияние 5%. Дальше. Дальше. Проверяем все. Так, здесь нормально. А, что из идей? Из идей первым делом я возьму исследовательские идеи. Затем я возьму количественные идеи, потому что очень мало у нас рекрутов. А потом уже с вами подумаем. Либо я возьму качественные идеи, либо здесь возьмем гумку, либо, может, я пойду в экспансию. Здесь в эпохе открытий я думаю, нам надо будет взять первым делом развитие колонии, затем совершенствование военного налога, потом праведные войны, ну и дальше там по ситуации. Дальше по ситуации, собственно говоря. Ну, в принципе, можно отпускать, я думаю, паузу. А, нет, нельзя. Я еще не сделал. Значит, здесь мы с вами... Заключаем династический брак. Здесь мы с вами заключаем династический брак. Здесь. И здесь. Нам надо занять вот эту вот всю территорию, потому что это как бы одна будет провинция наша. И нам увеличит это лимит армии. А вот теперь мы с вами можем отпустить пока паузу. Вторую скорость сделаем. Так, что-то слишком громко. Так вот. Дальше. Улучшаю отношения я с Сугой. А, я пока не могу, да? Ну хорошо, я тогда говорю... Троих сюда отправляю, пускай сами улучшают отношения. И выбираю какого-нибудь одного. Ну, допустим, вот здесь вот. Стоп.
И когда у нас будет 12 декабря, я уже начну улучшать с Суругой отношения. В принципе, я думаю, тут все у нас. Я думаю, да. Так, я пока, наверное, скорость прибавлю. Потому что ждать это долго. Да, пока на максимум поставлю скорость. Так, а здесь у нас... игроки провинции. Хотя, а нафиг они нам нужны? Так, стоп, пауза. Новый наследник. Это очень хорошо, но... что-то статы у него не очень. Ну, хотя он в военку. В военку будет, это очень хорошо даже. Мы все равно сейчас до 5-го воентеха прокачаемся. Я потом перекину в дипломатию пойду, потому что нам нужно будет очень много очков дипломатии для объединения всех даймы. Поэтому... мы пойдем в дипломатию. Так, здесь пока у нас все нормально. Пока у нас все нормально. Так, еще бы один корабль давайте сделаем. Так, стоп. Так, Ямана объявляет войну. Также еще хочу заметить, что мы будем делать очень много сипуку. И это нам будет давать количество очков, равное 5 умноженное на очки монарха. То есть 5, 15, 5. Это очень хорошо. Значит, Яманы. А вот Ямане мы не сможем сипуку приказать, чтобы он сделал... потому что, видите, у нас желание свободы должно быть ниже 50%. Это очень-очень печально. Очень-очень печально. Так, здесь мы пока прекращаем улучшение. И улучшаем здесь. Потому что у нас, как только мы накопим 60 дукатов, мы возьмем, если она, конечно, не исчезнет, мы возьмем, значит... следующее задание на присоединение Суруги. Так, а это... ты еще тут? Что-то не плаваешь, а? Так, объединяем. В защиту торговли опять отправляем. О! Пэнчжоу 31 аж. Нифига себе, нормально, слушайте-ка. А, они же поправили, да. О, я когда первые 100 лет играл, знакомился, у меня здесь вообще было 0.6. А сейчас они торговлю поправили, надо, блин, заново смотреть, изучать. Блин. Хасакава. Так. Хасакава я тоже не могу, да? Ну-ка, давайте-ка посмотрим с вами торговлю. Блин, еще сейчас скоро Ренессанс будет. Все очки туда практически уйдут. О, путешествующий Менестрель. Я возьму на стабильность. Потому что нам, кстати, надо увеличивать здесь вот процветание. Нам нужно как можно быстрее процветание улучшить до 100%. Так, 1.62.
Блин, а что так подлагивает, непонятно. Странно. Вообще странно. Так, частицы, эффекты. Ну что-то нифига не это, да? Ладно. По-моему, это из-за скорости. Ну-ка. Да, это из-за скорости. Так, Атома объявляет войну. А вот Атома мы сейчас прикажем сделать сиппуку. Ну-ка, пошел делать. Кстати, тут тоже надо не переборщить. Потому что если у нас все уйдут, больше 50% здесь будет желание свободы, мы не будем получать денег и уйдем в минус. Большой минус уйдем. О, Ханчжоу. Видите, он наращивает там торговое влияние Китая, и у нас падает. Падает прибыль. Так, Ито. Так. И то. Тебе тоже я смогу приказать. Так. Мне надо быстрее вот эти вот здесь четвертый везде получить. Хотя вот здесь вот, блин, я не знаю, посмотрим. Хотя бы вот эти вот две четвертые получить. А это мы с вами потратим на развитие провинции. Потому что сейчас будет ренессанс. Сейчас будет уже ренессанс. О, видите, у нас здесь 0,8%. Вон как, то есть, если я уйду в море, ага, вот сюда, скажем, да, то я начну уже терять тут большой процент. Ну, ого. А у меня прирост моряков что-то нет. Ну нифига себе. Вот это вот они поменяли тут механику. Жесть. Блин. А это надо еще изучить. Понял, ладно. Будем ждать. Блин, ну... До этого я, конечно, 100 лет когда играл, там такого не было. У меня очень быстро здесь накапливалось. Я построил 16 судов. И все, и был доволен. А теперь, блин, очень тяжко придется. Ай-яй-яй-яй-яй. Стратегию придется и тактику менять. Ну ладно, ничего страшного. Прорвемся. Так, здесь у нас растет. Здесь у нас тоже потихонечку растет все. Самое главное, чтобы нам мин
разрешил стать данником. Потому что если он не разрешит, я не знаю, как это все отвоевывать. Ну да, вот Мин пошел, кстати, сейчас завоевывать. А, он стал данником. Отлично, господа. Слушайте, если я стану данником, я вот эту провинцию себе заберу обязательно. Это очень-очень-очень хорошо. Так, у нас тут хотя бы уменьшается. По-моему, у нас ни с кем ничего не уменьшается. Нам все равно до 54-го года ждать. Да, блин, дипломатическим путем, конечно, скучновато, но зато тактика совсем другая. Блин, надо с торговлей что-то как-то знакомиться, да? Корея 1.64. 0.61. Но мы сейчас эту провинцию прокачаем, нашу столицу, и должно побольше там быть. Так, коррупция. Я лучше коррупцию увеличу. Мы сейчас быстренько с ней разберемся. Да. Потому что стабильность я не хочу терять. Не хочу терять. Мне надо прокачивать здесь процветание. Так, а у нас интересный есть советник, который уменьшает развитие, ну, меньше очков на развитие провинции, которые будет давать. Так, эффективность торговли, так, это не то. Национальное снижение, стоимость стабильна, а, нет, это не то. Так, а здесь, здесь нам не надо. Так, мы выполнили задание. О, слушайте, отлично. Теперь мы берем другое задание. Суруга. Вот это вот, да. А, изменение престиж за год плюс один. Да, давайте возьмем. И теперь 2.31 в год мы увеличиваем свой престиж. Стоп! Сёни, да, теперь объявляет войну кому-то. Где у нас Сёни? Почему вот по имени не сортируется, я никак не понимаю. А, отсортировался, подождите? Да, отсортировался. Так. Принуждаем к сипуку. О, они наладили, слушайте, вот хорошо. Сортировка теперь работает. В прошлом патче не работала. Это очень радует. Это очень радует. Так, торговля 63. Блин, тут падает. Ну тут сейчас от коррупции надо быстрее избавиться. Так, стоимость всех очков, минимум автономии. Давайте побыстрее избавимся от коррупции.
То есть за месяц он... А, ну, пойдет, пойдет. Оставим пока так, потому что нам денежки-то тоже нужно копить. А вот моряков, с моряками у нас большая проблема. А, видите, ежемесячный прирост моряков уже 2 стал. Эх. Так, а что здесь строят? Так, 195, да, улучшено. Пока оставляем. Улучшаем мы здесь теперь отношения. А, стоп, нет. Я улучшаю вот здесь вот отношения. Да, я улучшаю здесь отношения. Почему? Потому что мне надо будет присоединить вот эти тоже территории и иметь выход сюда, в Корею, чтобы казус белли потом. Казус белли объявить. Так, и вот эти вот тоже территории надо объединить, потому что вот эту вот тоже мы будем войной присоединять. Так, упадок торгового класса. Купеческие гильдии потеряют 10 влияния. Так, что у нас тут купеческие влияния? Да ладно. Ёб вашу медь. Вы чего это? Того самого. Ладно, но... Понятно. Но я не хочу очки тратить тут. Я приберегу очки. Так, 199, 200, слушайте, а вы... Почему не перекидываетесь? Ну-ка, 200 это у нас... Сакава. Давайте посмотрим. Если он будет уменьшать здесь процент, то я, в принципе, оставлю. Если нет, то и надо будет убрать его. 56-59. Ну, что-то я не вижу. Ладно. Сибой улучшаем отношения, потому что нам тоже надо вот это вот все вот объединить. Здесь мы берем. Улучшаем с Андо. И... Можем здесь, конечно, улучшить. Давайте здесь улучшим. Так, возрождение. Вот, видите? Ренессанс. Ну, мы сейчас подождем чуть-чуть. Вот эти вот возьмем. Две технологии. И потом будем ренессанс улучшать. Ну что ж, давайте на этом закончим, дорогие друзья. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.